Синим углом боец из Узбекистана, весовой категории 61 килограмм, рост 107 сантиметров, ему 24 года. Он является чемпионом Узбекистана по боевому самбо. Бойцовский клуб «Кабул», тренер Раймджанов Машкур, встречаем Юлдашев Ислам! И его соперник в красном углу, весовой категории 61 килограмм, рост 78 сантиметров, ему 19 лет. Он является мастером спорта по панкратиону, призер Кыргызской республики по панкратиону, чемпион Кыргызстана по грэпплингу, боевой псевдоним «Самурай». Тренер Чекиров Кенжебек, встречаем Ашимов Адиле! Баткен әлі келіңіздер, ойғын ұз. Берелет қолшаулар болсын. Дүркір өтіп, дүркір өтіп, шаңды өтірас. Первый раунд. Боец синего угла, первое предупреждение. Нельзя хвататься за экипировку, за шорты, за сетки. Thank you.
Закончился первый раунд. На награждение приглашается Рахимов Аламбек, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу. Рахимов Аламбек приглашается на награждение. Бойцы на середину. Во втором раунде за 1 минуту 13 секунд болевым приемом на руку победу одержал Ашимов Алире. Ассаламу алейкум, Кыргызелим. Силерге чоң рахмат ушунда келип ушул бизди колдоп кеткениңиздер үчүн. Ушундай чоң терең ыраазычылыгын ушул бизнин организаторуна билдиргим келет. Абдурахман байкеге, Руслан Кадырмышевга ошондой эле ушул бойдон мага сүйлөшүп мени караган анан ушул жеңишимди ушул мен Нурбек байкеме арнайм. Нурбек ага, сизге чоң рахмат. Сизге алар ыраазы болсун. Ушундай кишилер көбөйө берсин. Биздин мекенде спорт өнүгө берсин. Ушу айтып келет, спорт бул. Спорта нет религии, нет нации. Спорт это единая дружба. Спорт объединяет людей. Ушундай эле хочу огромную благодарность выразить моему тренеру Чекирову Кинжибеку, также Нурбеку Русулбаеву, Бекхазе Турдумаматову за подготовку к этому бою. Это биздин эмгеги бул, биздин агайлардын эмгеги, агайлардын баарына чоң рахмат. Ушундай эле мени көрүп колдоп келген Сүлүктү шаарынын тургундарына чоң рахмат. Силерге Алла ыраазы болсун. Ошондой эле мен Улар байкеме, Улан байкеме, Акжол байкеге, Манас братанга, всем, кто пришли поддержать меня, силерге чоң рахмат. Бека, Баткен, Баткен!